Вот так-то лучше, теперь мне нравится. Я собираюсь обкопать эту свеклу вокруг. Тогда вытянуть ее будет намного проще. Я прилично взрыхлила землю вокруг свеклы. Теперь я покрашу пряжу. Тиралира. Не выйдет. Я уже была отчаялась. Если ты не закончишь работу вовремя, то я тебе волосы повыдергаю. О, змеище! Ведьма проклятая! Сначала надо вскипятить воду. Немножко подождать, и вода закипит. Вот так. Тут не было места для целой свеклы. Теперь все в порядке. Ну, это не поможет. Пусть пряжа окрасится и станет такой красной, как мне нужно. Вот так. Теперь, кажется, я смогу закончить носок вовремя. Ну, моя медовенькая, ты закончила носок? Да, вот он. Ах, успела-таки. Ах ты, ведьма проклятая, змея подколодная. Ну, ничего, в другой раз я тебе посложнее работу задам. А пока птицу накорми, скотину напои, двор подмети, да собаке еду приготовь. А иначе я все твои косы повыдергаю. Что тебе нужно, доченька? Ваша спина перестала болеть, батюшка? Почти. По крайней мере, сидеть уже гораздо легче. Если бы только моя жена не была такой мегерой и проявляла бы хоть немного понимания. В конце концов, я ведь уже не молодой. Мачеха не дает мне проходу. Она все еще волнуется за Марфушу и бронит меня. Я скучаю по маме. Не волнуйся, Настенька. Нужно быть терпеливой. Прощайте, батюшка. Мне надо бежать. Работа не ждет. Моя дорогая сестрица, мачеха приказала мне покормить кур. Мне нужна миска. Ты не вернешь ее мне? Чего тебе? Миску. Ступай!
Ты что, не видишь, что я ем? Да, но... Отвяжись! Моя сестра Марфуша так просто мне миску не отдаст. Нужно ее немного припугнуть. Сестрица моя, а ты знаешь, что знахарка Федора Михайловна сказала? Что у тех, кто много семечек ест, ноги чернеют. Ну, подождем, увидим. Так, я запачкала ноги моей сестры. Сестра, началось. Твои ноги чернеют. А? Чего? Мама, помогите! Ой, не могу поверить. Ах ты, ведьма! Что ты с ней сделала? Я только испачкала ноги сестры сажей. Мама! Сэц, иди ноги помой. Это же сажа, дура ты этакая. Сейчас день, я могу пойти подмести двор. Ой, я сломала метлу. Что за несчастье? Нужно быстрее ее починить. Ну как? Спрошу совета у батюшки. Что тебе нужно, доченька? Папа, моя метла сломалась. Вы не могли бы ее починить? Конечно, могу. А что ты делала? Я собиралась подмести двор, а она внезапно сломалась, прямо в моих руках. Я не виноват. Я не виню тебя. Но на это нужно время. Я не знаю, как долго. Хорошо, у меня есть еще работа. Я зайду позже. Вы не могли бы ее починить? Давайте, цыпки, покушайте. Прекрасно. Цыплята уже накормлены. Как вы здесь без меня? Кушать хотите? Здравствуй, Настенька! Здравствуй! Пока будет только сено. Да, я бы не отказался. Сено. Я хочу сено. И немного свежего клевера. Эй! 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 А мы потом поедем кататься. С весной не очень-то интересно. Не сейчас. Может, потом. Весна, вот, держи. Сама я ее не подниму. Мне придется просить помощи у батюшки. После этого спустить сено будет намного проще. Она голодная. Сначала я должна дать ей немного сена. Что тебе нужно, доченька? Отец, мне нужна ваша помощь. Мне нужно покормить скотину в сарае. Но лестница для меня слишком тяжела. Я не могу донести ее сама. Я помогу тебе. Но и ты помоги мне. Сегодня у нас последний день уплаты долга Мичурину. Вот, возьми кошель. Отнеси ему, пожалуйста, и скажи ему спасибо. Неужели ты хочешь, чтобы я поверила, что ты уже накормила собаку, кур и коров? Ты уже подмела двор! Ты ни на что не годная! Моя свекла! Красивая бегая корова. Бедняжка. Ее запрягли в плуг.
Доброе утро, Иван Владимирович. Меня ограбили! Меня ограбили, моя свекла, мой бурячок. Подождите, Иван Владимирович. Моя свекла. Это была самая большая свекла в округе. Сколько же сил на нее ушло. Ох, господи, господи, столько работы. Это правда. Мой отец возвращает деньги, которые вы ему одалживали. Он просил передать вам большое спасибо. Я надеюсь, что деньги ему помогли. Вы починили дымоход? Починили. Еще раз спасибо. Пожалуйста, рад, что смог помочь вам, моя свекла. До свидания. Корова мычит вот так. Я поднимаюсь. Мне страсть как интересно, что бы такое могло быть в этих мешках. Это все рожь или просто пшеница? Ладно, я не знаю. Этими вилами я забросила сюда сено. Сейчас оно мне ни к чему. Животным оно понравится. Спускаться нужно внимательно и медленно. Борис, вообще-то это не клевер, но я думаю, что тебе понравится. Спасибо, Настенька! Я поднимаюсь. Животным оно понравится. Спускаться нужно внимательно и медленно. Вот тебе сено. Спасибо, Настенька. Что тебе нужно, доченька? Батюшка, вы починили метлу? Прости, еще нет. Подожди минутку. Тогда я пока поработаю. В конце концов, я могу и потом прибрать во дворе. Вот и я, Тяпочка. Вот такой завтрак. Что тебе нужно, доченька? Теперь я сделала все, что мачеха мне приказала. Я вижу, что метла уже починена. Я не мог найти веревку. Смотри, метла почти как новая. Ты теперь можешь подмести двор. А ты споешь для меня, доченька? Да, с большой радостью. Я сегодня подметаю двор, чтоб чисто было тут. Ах, судьба, судьбинушка моя, ох, часто нелегко. Я вижу, ты закончила работу. И теперь даже поешь от радости. Да, я закончила подметать двор. А что до других знаний? Отлично.
Все великолепно! Я могу теперь немного отдохнуть? Конечно! Дай тебе волю, ты бы весь день отдыхала. Возьми ведро и бегом к озеру поливать старый пень. И пока он не зацветет, назад не возвращайся! Зацвет!